Привет подписчикам Айсберга, меня зовут Женя. Сегодня я расскажу вам о том, как максимально быстро изучить такой элемент, как флажок. Элемент нужно осваивать попытками. Это максимально эффективный способ для его изучения. Многие боятся его выполнять, так как думают, что могут упасть. Но я считаю, что такая вероятность крайне мала, и на моих глазах такого никогда не было. Сейчас я показываю вам самый простой способ захода на вертикальный флаг, который еще называют халявным. После того, как вы его сделаете, можете плавно начинать опускать его до горизонтали. Распространенные ошибки – это неправильный подбор ширины, либо слишком широко, либо слишком узко. Также неправильный заход на флаг при поднятии его снизу. Люди берут, встают вот так вот и пытаются дожать себя до флажка. Проще будет зайти на флаг, если вы будете стоять не боком, а животом к шведской стенке, ну или к трубе, смотря на чем вы его выполняете. После этого с небольшого отмаха довести себя до положения упора. Ваше плечо должно упираться, корпус должен держаться на руке. Для начала вы можете сгибать верхнюю руку, я такое часто видел, но впоследствии вы должны все равно ее держать прямо. По мере освоения вами элемента можете переходить к различным вариациям войс-волнения, таким как отжимания во флажке, дожатие до вертикали силой и различным другим вариантам. Флажок является базовым элементом в наборе любого воркаутера. И если вы занимаетесь воркаутом, вы его просто обязаны уметь делать. В группе под этим видео будет опрос. Проголосуйте за тот элемент, который вы хотели бы видеть в следующем выпуске. И мы его снимем. Подписывайтесь на наш канал и всем пока!